что Так, там? короче, я вот к дому иду. Если тут никого нет, то я пошел сериал смотреть. О, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Разрешите вас кусить за пятки? Карамелька, ты моя бусиночка такая. Ой, ты моя маленькая. Какая смотри, смотри, грустная. Реагирует, реагирует. Больно уже, что ли? Кого ты там бьёшь? Финиша? Финика! А у него хвоста нет, он хвостом не бьет. Нету, нету, потом как уебет разочек. Мне кажется, когда он под ногами, он типа не успеет тебя. Я прям у него у хвоста ходила. Он бы точно ебнул, если бы. Ну я в плане не дотягивается хвост, типа ты слишком низко. Не-не-не-не, вообще нету. Он ни разу не ударял хвостом. У меня есть дисплета! Ой-ой-ой! Идете? Идете ко мне? Фига, спинник, в 3 струи уже течет. Там не в 3, там больше. Намного больше. Я не шевелюсь. Я не шевелюсь, чтобы он меня не заметил. Вы идете? Сейчас. Так, а ты где? Он как будто. Киньте лидера просто на меня, да и все. Я справа от озера. Эй-эй-эй, он назад идет, слушай. Правый дом. Не-не-не, все, 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 а то он это. Он странно жопой встал к скале, хотя он меня, по-моему, не видел даже. Куда-то по сторонам смотрит. Интересный какой-то. Где он там? Вон он. Побежали. Ебать! Чё такое? Я залагал, короче, у него в ногах, он меня 4 раза уебал. Ой! Нормально, нормально, я ушел. Блида не дает? Не, он не дает блида даже. Он ломает, но он не сломал. Походу, он не тем укусом бил. Может, у него нету? Может быть, кстати. Может, он до дома просто не дошел. Ну, тут домик вообще, рядышком. Ну, я и говорю, не дошел как раз. Знаешь, такой типа идет домой. И ты такой, здоровенько, здравствуйте, я из компании Reflame. Как ваши дела? Не желаете приобрести нашу продукцию? А он на иксе идет назад, нет? Пытается тебя задавить? Ну он там что-то пытался, и я просто застрял в нем. А-а. Бегу на всех парах. Подожди, ты там где вообще? Слышь, он по другую сторону центрального озера, блин. Ну тогда я же сказал справа от озера. Я что-то не услышала. Так ты же глухая тетеря, ты забыла? Ну вообще-то я слышала только то, как спинник получает урон, а это довольно громко. Че? Куда он упал? Ты че, дурак? Ты что туда залез? Он просто думает, что ты за ним не полезешь. Он на скалу залез и что-то странное пытался сделать. Батин красивый, такой зеленый. Дядя, ты такой вообще красавец. Ой, бля, там еще кто-то рычит. Под скалой где-то. Слушай, тут еще кто-то есть. Тут 2 метрика. Но сначала этого задушим. Да. Однозначно. Да, еще добежать надо. Угу. Мне кажется, мы если добежим до него на одной стамине, то просто будем без стамины совсем. У меня уже половина стамины. Че ты ложишься? Черт. Поэтому знаешь, попроверять на этом. На дейнике попроверять. Дают ли за квест вот этот вот с костями черепа потом. Она потому что меня. Этот хотя бы это, съебаться сможет, если что. Это еще 2 укуса, он такой, у, сука, разозлился. Себастьян.
Он пытался сесть, я не понимаю, нахуя он пытается сесть. Ща я фул дригинюсь, дядя, и начну тебе в жопу заходить. Ща, подожди. Ща мы прибежим, вообще ему трында будет. Да, давайте, а то я хочу и пожрать, и попить, чтобы хп регинить. Пытается сесть, таймер и уйти. Я не понимаю, нахрена он типа пытается сесть? Я не очень догоняю. Все, он куда-то вниз пошел. Ну, я тебе бегу, но у меня стамины почти нет уже. Такой спрятался, как будто я его не видел. Ебать, ты, конечно, жук. За скалу просто такой заныкался такой и сел. Я такой сидит. Знаешь, меня тут нет. Так это да, сидит? Да, трехтонная дура, блядь, такая. Незаметная, блядь. Не, братан, ты, конечно, зеленый. Тут, конечно, хуй. Но не настолько, да? О, сидит. Тебе-то зелености не хватит, чтобы перекрасить твою душу. Место тут нормальное, слушай. Помахаться с ним. Нам нормально или ему? Нам. Mm-hmm. Мы тут прыгать можем, как хотим вообще. Оу, oh май. А он нет. А он может только лап поломать. Ну, вообще да. На это расчет, я тут его кручу, верчу. Запутать хочу. Куда ты пошел-то, дядя? Как сверху бежишь, снизу? Сверху. Сверху ближе. А, то есть это я не тебя слышала, да, шаги? Ну, слушай, он не давит меня. Нет, не давит? Вот может, он, минус... может он... Блять, укусил за жопу. Средних два даспа. Прям снизу озеро или как? Там ближе к низу слева. Mm-hmm. Там, где кости почти. Ух ты, ебать, хищников вообще. Да, там много. Всякой этой шушеры. Бля, тут воды нет. Вот спинник, не до сабик. Я смотрю, ты зомби прям плотно взялся за титаны. Да, что еще делать, когда ее время говно. Что, и в Риме же потрясающе, нет? Великолепно, самое лучшее, потрясающее, удивительно. Не, ну это да. Но у меня, ну знаешь, типа, если бы там было хотя бы немножко FPS у меня, я бы еще подумала. Давайте ускоряйтесь, типа, что-то очень знаешь, долго вы мне бежите. Я бегу. Задумка интересная, реализация не очень. Не, ну что делать, мне подарили титан, что я мне еще делать? Ой, с одной стороны у него я, а с другой он идет на Айгунадон и Кампа. А. Короче, Кампота. Местный Дрио. Какой? Не-не-не, там этот, шипастый. Дрио это очень... Это Кентра. Да я путаюсь, блядь, название похоже, пиздец. Так и говори просто шипастый тогда. Шипастый. Шипастый мелкий. Шипастый Иванадон. Куда он пошел? Колючка. Куда-то бежит, все. Ну, него... А, кстати, да, можно реально колючка просто его назвать и все. Знаешь, как можно назвать? Стега и мини-стега. Не, колючка более узнаваема. Там прям сразу понятно, кто это. Ну, по крайней мере, мне. Бля, застрял. Блять, вот иногда застреваешь, прям вот очень жестко. Я близко. Давай. Я уже близко. Ой, тут нет подъема. Ты уже близко, а я в броню. Ну, сам виноват, что могу сказать. Ну, кстати, латынка все равно, она не умирает с одного укуса, даже у сарка. Особенно если в хвост попадет, там вообще фигня. Можно отбежать спокойно тригенить. А с броней круче. А с броней она просто медленнее, ты не факт, что убежишь.
Даже от танка. То, что он хоть и короткий у него, как бы, такой бег, у него очень мало стамины. Но он там, ебать, оно там, блядь, этот, бежит. Несется на всех парах. Там, там этот, уже пол, небось, трещит под ним. Земля расходится. И землетрясение. Ебать, он вот тэпает туда-сюда. Так, а мне вообще где дан нужно? Я почти. Он я уже встал у уже. Я уже у домика. Ему, видать, очень плохо. Так, сейчас я стаминку восстановлю. Он, походу, может, сабик. Ну, типа, он здоровый, конечно. Сабик. Сабик Рекса, да? Не уверен. Хз, короче, я не понимаю, типа, размер. Ну, здоровый, блядь, конь. Он как... Ну, больше, чем собрать для Юты. Что-то типа, короче, как в Эцвесле, если бы ты был Ютой, не фуловый адолт. Вот такой он. Только адолт мусовец. У меня регене хп. Но вдвоем его вообще лизи раскрутить будет. Он тут такое место выбрал. Просто. Для него. Для него, да. Я уже близко. Да сплетик. Так, я тут выбираю, как залезть к нему. Так, показывай, где он. Да прям вон, бежит за мной. А, вижу его. Да он там пожилой. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой. Ты можешь сверху спрыгнуть и покусать его там. Ща. Я это и хочу. Он вот отсюда не достанет. Если я вот сюда вот попаду. На кукарачек встал. Он уже тебя видит. Вообще не видит. Уже видит. Ага, место-то говно. Да-да, за хвостик меня покусай. Ага. Дай-дай, дай я. Вася, бедолага. Я пытаюсь... Ой-ой-ой, тихо. Ну, у него звук страшный. Он кусает. Ебать, хвост попал, смотри, как красиво. Дай мне тоже покусать. Нет, нет. Правый бей. Ладно, он отошел. Ай. Да, неприятненько. У меня мало хп, короче, я чуть-чуть отрегенюсь. Ай! Мы что-то раз этот. Дрэк, подожди, мне надо ему сзади зайти и иксу успеть рубить. И в бою хп не регенится, кстати. О, мне бой нормально пошло. Где он там? Да вот он. Он каленый, он очень каленый, типа, ему прям хуёво. Но блит он регенит хорошо. Но только не жадничай, типа. Я не жадничаю. Смотри, он, ну, блит, он я течёт. Один раз тяпнула, убежала. Да. Ты смотри какой, гоняется за мной еще. Половину надо хотя бы отрегенить. Прям под пасти пробежала у него. Ой, там слева бегает, слышь, метрики он. За корнем этим большим. Да? Он это, на картонах. Аккуратненько. Ой-ой-ой. И чё, у него же спринта нет.
Да я не О, про смотри, это. какое место нашел вообще, сейчас приедем здесь. Смотри, местечко хорошее. Видела, видела. Нормально, тут тоже хорошо народу. А тебе по ногам? Да, да, да. Просто любите народ нас ищет. Нас метриков ищет. А мы уже не метрики. Уи! Над ним такая пролетела, как фанер над Парижем. Формула 1. Сейчас покричу, может кто придет еще. Ой-ой-ой. Не, ну он, возможно, пул, кстати. Аккуратно. Ай. На хвост подумайте. Больно. За голову было бы намного больнее. Мне кажется, это было бы смертельно. За голову. Надо мне его еще за ноги цапнуть. Ой, здесь метрик или алик что-то хавает. По-моему, метрик. Ага, ага, да, сюда не залезь, дядя. Он может через текстуру попробовать прокусить. Он довольно высокий! Да теперь я полегись. Давай, иди на этот. Нормально. Он же не пролезет туда, какую текстуру. Тут вон метрик прям в упоре. Или алик купим уже. Короче, мне некогда смотреть. Это алик. На скорость причем. Ну он просто собирает там этот. Дядя, умирай уже, пора. Ты уже столько течешь. У нас еще один помощничек. Два алика. А, да, два раза за хвост вообще почти урона нет. Я же тебе говорю, 25%. Да, вообще еле-еле там что-то. Алик за тобой бежит. Рядом. Понял. Значит, это алики здесь были. Нихуя. Логично. Алик разогнался. Нет. Что-то как-то странно. Сервер себя вел сейчас. Ладно, я отошел. Чуть надо порегениться. Подниму сейчас. Но он очень каленый. Там очень бледа много. Угу. Да, алик что-то тут. Чему надо? Их там два. Угу. Жрать хотят, стопудово. Угу. Маленьких. Там в воде, слышу. А, вон, кентра вот этот, как раз трава, короче, в воде тут. А, игуана. Прям в воде? Вот, вот такой. Иго, угу. Колючка, и... Очень ты не лезь, Зуми, ты вообще маленький, малюсенький, там тебя ваншотнет, скорее всего. Вполне возможно. Если попадет, конечно. Если дотянется. А он счет еще что не видно. Я уже выезжаю. У меня по хп уже более-менее нормально. Где там эта жопа? Давай, с другой стороны зайди, чтобы он вертелся. Да, 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 окей. У меня просто хп галек. Ну иди подвигайся. Ну что, упасть хочешь? Больной. Все двигается, 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 двигается. Я-то упаду, мне пофигу. Вообще ничего не попал. Тихо, тихо, тихо ты. Как хорошо, когда кости не ломает. Он спрыгнул. Да. Он прям с прыжком прыгнул, кстати. Легкая. Надо поесть. На, мне тоже. О, чё, аликов? Одинаково. Давай, аликов. Красавцы, ля. О. Зуми, улыбайся.
Улыбаюсь. Улыбаемся и машем. Ой. Ну, кстати, я не наелся. Я тоже. Сейчас, подожди, я скриншот кину. Довольно-таки прикольный скриншот получился. Странный, но прикольный. Че, Аликов будем душить? Да. Давай. Конечно. Че спрашиваешь? Я напьюсь воды, чтобы хорошо регенилось.